Ну что же, врываемся на карту Cobblestone, пистолетка Opti Gaming очень быстро решили занять Upland, уже минус Ассилиан, датчанин отъехал, остальные ждут своей участи, ну и машинган. Попадает Рашу, очень круто, взлетает, и тут еще есть шанс на кумбэк. У Ари есть смог. Но, однако, сплайс не стали сразу отдаваться, они оттянулись, дождались поддержки с плента Б. И, в принципе, сейчас ситуация могла быть в их сторону, если бы Тарик не забрал Крушева. Задымил себя сейчас машинка. Да ладно! Он успевает раздефизить бомбу. Сплайс просто невероятный. С помощью невероятного везения сейчас сплайс берут первый пистолетный раунд, что, ну, придает некоторую уверенность в своих силах хотя бы на несколько следующих раундов. Да, конечно, Старик даже забыл сам, куда поставили бомбу и начал резать. Причем потратил несколько патронов туда, куда мог бы сесть противник. Потом начал даже резать ножом, хотя, ну, не повезло. Мне кажется, надо было просто через дым перепрыгнуть и закончить это так. То ли он забоялся, то есть, ну, не хотел рисковать, думал, вдруг его там ждут, это фейк. Непонятно. Да, а снова Сплайс демонстрирует хороший прием апплента. Не удалось на этот раз Opti Gaming просто так пройти через яму, тем более пройти дальше нее. Отличная защита от Сплайс. Однако у Opti Gaming не было каких-либо девайсов. Сейчас полноценный закупочный раунд со стороны обеих команд. Этот раунд нам и покажет, ну, более-менее следующую картину. То есть смогут ли Сплайс устоять в этом раунде и переиграть своего оппонента, или Opti Gaming начнут набирать преимущество на карте Cobblestone. Ну и вот начинается попытка выхода на Бэплэнд. Крусел уже подсажен на дерево, рядом с ним играет ХЛП Машинган. Ну и наш монгольский товарищ уже продемонстрировал, что магёр, что не просто так он был замечен организацией Сплайс, и вот сейчас мог бы попасться на калаши, и посмотри, тут уже вчетвером его забирают, Станислав сгорел, делать минус Крусел, бежит на халпу Ария, но уже помогать скоро будет некому, Ассилиан с фармганом заходит со спины, красный Тарик, но до него еще надо добраться, в итоге 2 в 3 бомба поставлена, Миксел Раш сотые, Тарик прячется, играет закрытые. Для ребят из Сплайс, однако Ария не останавливается. Не растерялся, сделал отличный фраг, а он по своему оппоненту. Раш забирает Ария из курятника, а цель он остается в одного, пытается нашивать Раша. Ну и тут бомба уже тикает, время идет, у него есть диффуз киты. Однако все, уходит он сейвить калашников и второй армор с стеком. Поэтому... Вот и тебе 2-1. Причем... Вот... Ну, говори. Да, я выражал свою, как бы, точку зрения, что... полноценный закупочный раунд, он покажет, ну, как бы реальность, потому что пистолетный был выигран только за счет удачи, только за счет, может, какой-то ошибки и неуверенности одного игрока из Opti Gaming. Сейчас 2-1, у Splice есть экономика, но ее хватит только на один раунд. Ну и вот заход был очень уверенный, могли заметить. То, что очень уверенно зашли Opti Gaming, и вот эти флешки были очень четко откинутые, Дэйви, минус Старик, дробовик в деле, Станислав прострелил через смог, забирает машингана. Летят дальше флешки, смоки, пытаются тут друг друга команды закидать до смерти, может быть даже флешка кого-то убьет, но разворот от Opti Gaming, уходят они аж через респу на Upland. Вот это интересно, через респу на Upland. Да, то есть какая-то тактика Opti Gaming, они решают, что пора доставать из своих закромов что-то интересное. А это, скорее всего, на это все отреагирует Ассилиан. Он же будет здесь поджидать и слушать своих оппонентов. Миксвелл забирает Дэйви. Уже ситуация для Сплайс начинает накаляться, так как они остаются в меньшинстве. Это выход на плент Б. Раш уже дропнулся и сейчас будет давать информацию своим тиммейтам по тому, где находятся оппоненты, как выходить, в какой момент. Забирает Крушала, еще забирает Арию, все.
Вот тут Ассирин выбивает бомбу. Время 20 с чем-то секунд остается до конца раунда. Раш, естественно, попытается эту бомбу забрать. Да, будет ее забирать. Пошел. А там Ассирин играет очень хитро. Он играет аж через двери. Раш должен понимать, что противник хитрит. И... ух, попали. Оба попали друг в друга, но Ассирину больше повезло, он попал в голову. На какой-то момент я был уверен, что сейчас Splice отдадут этот раунд. Несмотря на это, взяли волю в кулак и забрали этот раунд. Хорошее действие от Ассирина, он забирает этот раунд в копилку своей команды и очень-очень делает большой вклад в начало игры. Вот многие бы поступили именно так, что сели бы смотреть бомбу на прочек на стрейфах, забрал бы игрок, который был бы у них в оппонентах на ланге бомбу, поставил бы и дальше уже неизвестно как получилось бы. А Ассирин хитро сыграл, он наставил бомбу, да забирай ты, господи, ты не успеваешь зайти до... на аплент, а я буду играть через двери, откуда ты меня вряд ли будешь ждать. И поэтому сейчас сплайсы заставили команду OptiGaming потратить последние деньги. Ну как заставили? OptiGaming, естественно, это сделали сами, но... не знаю, правильно ли это было сделано. Дэйви с дробовиком. Вот здесь вот хит... Ох, Дэйви, как же он опасно играет. И Ораж напрыгивает, не дождался он флешки. Дэйви продолжает воевать. Дэйви, ну что творит этот парень? Все-таки Тарик его забирает, но свою работу Дэйви сделал. Два фрага есть. Еще и забирает Миксвелла. Падает последний Станислав. 4-1. Команда Splice пока очень уверенно отыгрывает на Cobblestone в защите. Ну и OptiGaming пока еще ничего не показали. Вот этот Force Buy был не совсем понятный. Ну, видимо, они собирались сделать 2 эко. Просто решили на форсе что-то показать. Ну, либо ты форсишь и идешь на апленд. Ну, перед дропрумом стоять, когда даже не смотрят подсадку. Ну, это такое себе. Ну, молодцы, Splice. Пока что они показывают лучшие... уровень игры, чем они это показывали нам на Мираже. Хороший сейчас был пуш от Ассириона. Он поджал в рукаве, сделал такой как бы опережающий шаг и забрал одного из игроков OptiGaming, откинул молотов и ушел. Отличная игра. Крушал тем временем работает хорошо в дропруме. Миксел пытается показать на танцульки, у него ничего не получается. Ну, это пистолеты, как бы, куда деваться. Ну и последний Тарик с бомбой под аплент, в надежде ее поставить, но там два человека, это Ария, это Ассирин, и оба человека не дадут ему это сделать. У Тарика 47 хп, время минуты до конца, и только надежда на лучшее, что пройдет, но тут вот показывает мне автодиректор Ассирин, и это... да, это фраг, 5-1. Ну что, Splice хотят третье очко себе забрать. По крайней мере, они все ведут к тому, то, что они борются, они не дают ничего сделать OptiGaming. По-моему, у них только одна игра выиграна. Ну, давай сейчас пока посмотрю статистику. Что у них было на момент вот перед сегодняшними играми, у них было 4 сыгранных игры и всего лишь одна победа, у них было 3 очка. То есть, соответственно, если они сейчас выигрывают на Cobblestone, у них будет 6 очков, и по результатам 6 игр они выиграют только 2. Угу. Ну тогда с Splice'ом очень-очень нужны очки. Очень нужны очки. Несмотря на то, что вроде как идет сейчас более-менее середина сезона, однако... все время пролетит быстро, и добирать в конце сезона очки будет намного сложнее. Конкуренция вырастет, мотивация побеждать у их соперников будет тоже выше. Ну, не знаю, как они будут выбираться с нижней, с самого низа турнирной таблицы. Да, за 5 игр только одна победа. Последнее место занимает сейчас Splice. Ну что? OptiGaming занимает 5 место. Произошла... значит, баталия в районе дроп-рума. 1-1 разменялись команды. Идет медленная атака. OptiGaming пока решают, собирают какую-то информацию. Начинают они потихоньку продвигаться. Все это должен сейчас увидеть Ария. Он ставит отличный хэдшот по Миксвеллу. OptiGaming пытаются сделать какую-то раскидку и отходят назад. Да, там уже Станислав в рукаве. Начинает выход. Куря. Сейчас... но и хорошо, Splice уже вдвоем сконцентрировались на планте А. Молодцы, я думаю, что они не проспят сейчас Станислава. Крушел смотрит в его сторону.
Да, так и есть. Заметили. Спрей. Хороший спрей от машингана. Первого собрал, второго заспрейл. 6-1. Команда Splice. Еще один девайсный раунд выигрывает. Вот, кстати, мне по таблице интересно. 14 место занимает Splice. 3 побед... Ну, 3 очка 5 игр. И 13 место CLG. 3 очка 6 игр. То есть, на одну меньше сыграли Splice. Но они ниже по таблице. Знаешь, спрошу тебя такой же вопрос, как и в предыдущей игре. Но на этот раз по отношению к Optic Gaming. Как думаешь, возьмут ли эти ребята паузу и будут ли они вообще ее брать? Ну, если они проиграют еще один девайсный раунд, то вполне возможно. Потому что у оптиков... Ну, не то чтобы на разготовке были, но какие-то планы, капканы они себе наработали. Хотя вот статистика по Hot Work, у них 12 побед и 18 поражений. Зато пистолетка 40 из 60. Ну, Кобл, на Кобле есть что. Я вот смотрел по ним аналитику. Нет, Коблстон достаточно комфортная для них карта. Они должны вроде выигрывать. Ну, последние несколько матчей, ну, вот последние 4 матча они проиграли. Да-да-да, то есть, ну, там только Дисема выигрывали. Крушел отлично раздает, а с АВП не на флай отвечает за своих тиммейтов с пистолета. Ну, вот с АВП, конечно, не попадает. Раш, еще один фраг, да ладно, Раш, ого-го. Ого-го, он еще бомбу забирает, еще дроп можно подобрать. Нет. Если еще на А убежал бы. Ой, он убегает на Раш, кто творит этот парень? Минус уже 2 он сделал, на флай также его тиммейт 2 фрага сделал. И теперь Раш может ставить как угодно, может разводить как угодно. И ставит он себе поудобнее, вот так вот. И под девятку нет, шел. Это, конечно, на Ацилиана опять просто ложится неимоверный груз, ответственность сейчас за свою команду, за ее дальнейший успех. Что, как он себя продемонстрирует, сможет ли он провести команду вперед? Сейчас посмотрим. Прочекает ли он. Ах. Удалось. Ах, увидел сейчас тень Раш и понял, где находится противник. В итоге на стрифе делает фраг. 6-2, и вот этот эко-раунд от Optic Gaming. Ну, теперь можно и паузу не ставить. Ну, серьезно, да, теперь да, можно не ставить паузу. Но, все равно у Splice они проиграли с Selfless, Immortal, Complexity, Envious, Hellraisers. Оптиком проиграли Splice эту карту. Ну, а сами оптики... Последние матчи выиграли у TSM, выиграли у... Два раза у TSM, выиграли у Cloud9, что немаловажно. У Cloud9 выиграть это сейчас наравне, как выиграть турнир какой-то. Ну и Миксел видит Круцела, минус снайпер в самом начале, не нашел он себе места на плато. Начинается в пул раскидка, машинган находит через смог Станислава, Дэви делает фраг, но хорошая тут же размен. От машингана, отличный да. Размен в пользу Splice. Смогут ли установить бомбу сейчас Optic Gaming? Машинган отлично отрабатывает из-за статуи. В этом раунде он делает уже минус 3. Тарик остается один, забирает от Селена 2 в 1. Сможет ли Тарик затащить и этот плащ? Отлично. Ну, господи. Машинган минус 4 из-за статуи в этом раунде. Отличный прием Б от этого парня. Машинган это АИМ машин какой-то. Сейчас продемонстрировал нам вообще шикарную стрельбу с М4-1С. И я не знаю, как... Откуда монголы научились играть в CS, но вот этот монгол, он действительно с рождения, наверное, играет в Counter-Strike. Он просто с лошади стрелял, вот хорошо получается в контре. Ну, это... Сложно представить, чтобы это было как-то вообще связано, но... Ну, стрельба и там. Вот в чем, но в этом, конечно, можно сравнить. Так, Круцел опять промахивается. Круцел, что не так с этим парнем? Вновь у него мана заканчивается, вновь он не может никак ни к кому попасть. Уже потеряли первого игрока. Команда Splice, ну и Дэвис машинганом вдвоем на бэплэнту. Станислав забирает Арию. Есть минус на бэплэнту, но что ты будешь делать? Асилиан, минус от Раша. Асилиан сделал таки минус по Станиславу, но уже 3 в 2. Два девайса на руках у команды Optic Gaming. Это Force. Это Force Buy. Ну, теперь я даже... Мне даже страшно представить, что сейчас делает Splice. Ходят на сейф. Это третий для Optic Gaming. Ну, все считают то, что атака на Коблстоуне сильная. С какой-то стороны, да, но... Не скажу, что прям 70 на 30 атака тут прям должна выигрывать. Нет, все-таки присутствует вот это вот защитный... механизм, то, что надо принимать. Если хорошая защита, то атака
В атаке будет сложно побеждать. Вот это да. И поэтому ну, сейчас М3 только. Сейчас Splice молодцы, они как бы сейвят, потому что все-таки лучше с девайсами, чем без них. Молодцы, они уже набрали неплохое количество раундов для первой половины, но вот я, насколько я помню, что Cobblestone это больше карта атаки. Да, да. Ну, так считается, есть... просто считается, что карта Cobblestone это карта атаки. Ну да, это понятно, что там от случая к случаю есть индивидуальные там какие-то моменты. Однако за защиту уже 7 раундов Splice набрали. Я считаю, что они молодцы, при условии на то, что комьюнити в них абсолютно не верит. Статистика в них тоже не верит. Ребята идут против системы. Отлично, Дэви сейчас раздал. Жесть, просто он зашел к ним в лицо. Вот взял, зашел к ним в лицо. И мне кажется, что Optic Gaming просто были унижены над этим врывом от Дэви. Но Дэви ничего не боится. Но показывает то, что я вас не боюсь, я вас покараю. И пока Splice, ну вот не без, уверен, конечно, помощи. И уверен, да, в себе не безосновательно. То есть да, он не просто вышел и умер. Он сделал минус 2 с фармгана, условно. С дробовика. Машинган. Попытки в дропе кого-то убить. Не величайся успехом, дропнись уже в дропрум Optic Gaming, аж втроем там находятся, но нет, два дропрума, один лонг, Станислав раскидывает смоки флешки, Ария стоит за ящиком, принимать будет он выход с этой позиции, а его отрезают, ох, выманивают его молотовым, он выходит и ловит хедшот от Раша. Ну и вот машинган хватает только на одного игрока, Крутсуэлл, минус по Станиславу, последний на флай, его ждет. Все-таки. Ой, на флай. Как сыграл красиво, а? Шикарно. Очень шикарно. Он молотов откинул так, чтобы выгнать снайпера с камня. Смотри, он на флай сейчас бежит на А. А Цилин... Где-то мы это видели уже. Вообще непонятно, где у него. Абсолютно нет информации. А успеет? По-моему, успеет. Успеет, конечно, конечно, успеет. Но это Цилин. А Цилин опять остается один на один. А бомба опять установлена на... Где-то мы уже видели подобный раунд. Да, и теперь опять Асилин проигрывает. Как так? Ох, как? Ну вообще сейчас проехала. Сможет? Лол! А, даже это такая ошибка от Нафлая. Не попасть по чуваку, знать, где его позиция. Не, он попал, но оставил 16 кп. А, да, не убить, не добить, извиняюсь. Оговорился, не добить своего оппонента. Знать, где он находится. Опять же... Жесть, просто не... Он не попал, он даже, не знаю, мне показалось то, что он попал нормально. То есть, на 100 урона, чтобы добить. То есть, сейчас будем сетовать на то, что нужен тикрейт 256. 256, обязательно. Нужно тикрейт 256, иначе, ну... На флай не будет попадать. На флай не будет попадать. И тогда команда с Optic Gaming будет проигрывать раунды. Все, ребят, ну... надо звонить Гейбу. Мне кажется, эта идея за ей. 256 тикрейт, мне кажется, чтобы патроны сами летели в голову еще. Надо добавить. Тогда все будет хорошо. И чтобы это не было читом. А вот на флае все есть. На флае я им есть и. Включил тикрейт. Да, 256 тикрейт врубился. На флай делает хедшоты. Пули летят сами в голову. Ну и Ария. Арии тоже пули летят в голову. Добирает он на флая, 3 в 4, и выход все равно на аплент. А что у нас там аплент? У нас там Асилиан, которого пока не нашли, который пока шифруется, слышит он все передвижения на центре, ну и ждет до конца, он рукав ждет. Дождался он только Миксвелла, который с ЕМПшки. Классно. Он ждал, что первый выйдет парень с рукава, однако очень нестандартно проверили эту позицию Optic Gaming и застали врасплох от Асилиана. Да, четвертый раунд для команды Optic Gaming, бомба поставлена, бомб, как это сделать, ставки сделаны, ставок больше нет, бомба поставлена, бомб больше нет, и нету времени у Splice на то, чтобы эти бомбы дефьюзить. 8-4, три раунда остается играть в последнем матче противостояния этих команд, в последней половине, хотел сказать, но нет, еще только первое. Поймает ли Дэви сейчас, поймал Дэви сейчас Станислава, отличный, ну... Фраг на статистику, фраг на уничтожение экономики соперника. Ну что смог, то сделал. 8-4. Совсем немного остаются до конца первой половины этого матча. То есть два раунда. Ой, не матча, первой половины игры.
Знаешь, в какой-то момент у Сплайса Дэви был именно снайпером команды. Это как, знаешь, у Непов. То один с АВП поиграет, то второй с АВП поиграет. Потом такие, а давайте Форест. Ну давайте, Форест был снайпером так, до поры до времени. Ну и сейчас также Дэви был снайпером, пока не нашли Круцела. Ну вот Круцел только вспомнили, делает фраг, тут же получает в лоб с UMP. Выход на аплен, даже не стали менять свои оружия. Быстрое передвижение от Сплайса на аплен А. Сейчас ребята из Optic Gaming только подобрались к пленту, чтобы ставить бомбу, занимают позиции. Сплайс будут, они должны делать этот ретейк. Дэви контролирует сейчас спину. Ацилиан будет играть с Ямой, с UMP-шкой, которую он подобрал от Миксвелла. Сейчас, мне кажется, главное им грамотно выйти, не отдаться по одному. Ой, а тут прострелки от Миксвелла на Станислав. Тут справляется Миксвелл, не дает уйти Арии на сейф. В итоге машинган последний, не знаю, куда он идет. Он хочет играть на отстрел. Ну, возможно, что-то даже получится. Тут прыгает, бегает Тарик. У него, не знаю, заряд энергии и бодрости в ногах. Начинает бегать очень много, бегать и Тарик! Зачем? Зачем машинган пошел стрелять? Зачем? Ушел бы на сейф. Непонятные действия от Монгола вот в этот момент. И Эко у Сплайса. На последний раунд у них будут деньги. Но шестой они отдадут оптикам. И 8 раундов в защите это неплохо, я скажу. 8 раундов это очень даже неплохо. Да, то есть это уже не 13-2. Ребята молодцы. Скорее всего, эту карту они готовили. Они старались ее как-то улучшить. Но более оперативно, более гибко на ней играть, потому что по статистике, которая существует сейчас, это не особо их карта, как и Мираж, в принципе. Да вообще, знаешь, вчера мы с тобой общались насчет ваша, не наша карта. Так вот, Мираж у E-United, у них кроме Даста 2 больше своих карт нету, ну, которые не могут играть. То есть мы с тобой уже обсуждали этот момент, то, что они не забанили ту карту, которую они ни разу не готовили. Да-да-да. Ну, потому что нельзя забанить все, кроме Даста. А вот представь, все банишь, банишь абсолютно все. И все играют один Даст. И все играют Даст. Почему бы и нет? Ну, Даст, это же Даст, но как можно его не играть? Минус по машингану, Миксвелл забирает Асилиана. Засада на веб-планту ничего хорошего не приносит команде Сплайс. Еще один фазум от Миксвелла. Как же жестко играет Миксвелл. Просто жесть. Но тут уже Ария ворвался, неожиданно Ария делает два фрага. Шестой для Opti Gaming будет закуп от Сплайс. И АВП даже Миксвеллу не сейвит, но там уже деньги все-таки имеются. То есть с широкой ноги ребята могут себе позволить не подбирать АВП, валяющиеся на земле, а купить ну, да. себе сами. А что им париться-то? Действительно, зачем им париться, когда у тебя 8 тысяч на кармане, последний раунд, и ты можешь даже еще дропнуть что-то. 8-6, взяли первую половину Сплайс, остается сыграть последний раунд уже. Второй раз мы повторяем. Ну да, это будет или 9-6, или 8-7. В принципе, хорошо сосредоточились сейчас Сплайс под плентом Б, угадали вектор атаки. Вот это вот Ария выпрыгнул на прицел к Миксвеллу, но тот успел еще. Ария успел сделать фраг, забрал Тарика. Но вот если ты забираешь Тарика, значит у тебя уже одна клатч ситуация будет выиграна. Потому что Тарик, он очень хорошо играет именно в клатчах. Пошло перемещение на плент А. Команда Optic Gaming на флай дала всю нужную информацию. А Ацилиан сейчас читает, понимает, что надо пойти посмотреть, что же там на пленте А, не забрасывать его. Должен дать он своим тиммейтам информацию. На флай забирает машинган. Дэви сейчас нажимает через стену. Он забирает на флай дробовика. Сейчас сможет ли забрать Станислава? Ой, Дэви. Ну все, Крусел последний, все-таки 7-й раунд для команды Optic Gaming. Вряд ли тут у Крусела что-то появится. Да, Миксвелл забирает этого шального молодого. 8-7, Сплайсы взяли первую половину с минимальным преимуществом. Но хватит ли? Хватит ли этих раундов им? Это вопрос. Да, посмотрим сейчас, насколько будет собранная, слаженная атака у Сплайс. Ну и защиту Optic Gaming мы уже видели. Эти ребята в защите на Мираже себя превосходно показали, посмотрели, что они могут быстро и очень эффективно перемещаться по карте.
в особенности, когда атака уже зашла на плент, не отдаваться по одному и очень слаженно выигрывать раунды. Так, ну что у нас, давай пообщаемся, может быть, немножко с чатиком. Так, ну сегодня у нас Нео Зевана нету. Да-да-да, я забыл вчера этого парня позвать, к сожалению. Тут вообще на отвлеченные темы общаются люди в чате. У кого-то про каблук пошло. Да, кто-то женился, кто-то молодец, а может быть и нет. В зависимости от того, надо ли ему было это. Сейчас поговорить про это в 2016-м. Про поженился. Сейчас нынешняя мода там, ну не мода, но такое веяние, что не очень лояльно относятся к детям. Сейчас еще тут начинается разжигание и женоненавистничество. Не, ну мы не будем это поддерживать, естественно. Давай немного поговорим про пистолетки. Вот у меня тут статистика есть по пистолеткам. Splice. Из 60 сыгранных пистолеток на Cobblestone 40 выиграли. Вот это очень суперская статистика для них. И в ответ можно только сказать то, что 58 сыгранных пистолеток у Optic Gaming и 31 выиграно. То есть сейчас в плюс по пистолетке для Splice тут. Да, да, однозначно, что, ну, если так брать 2/3 у Splice, получается, пистолеток взятых, а если брать 30 примерно к 50, это, ну, то на то и будет, сейчас посмотрим. Пошел перезапуск матча, начинается вторая половина, Optic Gaming будут защищаться, Splice будут атаковать. 8-7 в пользу Splice. Тут хотя бы интереснее смотреть. Тут нету 12-3, тут нету игры в одну калитку. Ну и 8-7 счет предрасполагает для победы обоих команд, для обоих коллективов. И остается только узнать, кто же это будет. Splice постучали каблуками по плитке под А-плентом, под Б-плентом. Мы сами перемещаемся под А, и тут засада от Optic Gaming. Тайк и Миксвелл. На пару будут принимать центр, 4 человека идут через мид, один играет Sony через рукав. Вот. Просто великолепно сработавшая засада сейчас от Optic Gaming, разрушают они полностью выход от Splice через яму. А один остается от Cillian, а опять этот парень остается один за всех. Они пытались резать. Ну это Тарик. Это Тарик, который могёт. Которая могёт зарезать. Но он не рассчитал немножко хп противника. Не хватило ему одной тычки с ножа. Но зато там тиммейт уже разменяли. В итоге 8 раунд для Optic Gaming. Сравнивает счет временно, естественно. Закуп от Splice. Сильно оставляет себе $600. Вот так вот. Не, ну... Но я ждал каких-то... Хорошо, у них бы, возможно, получилось. Если бы Optic Gaming не были бы настолько готовы. Ну, оптики, действительно, они на центре устроили жесть. Один принимал лицом вот этот весь этот заход, остальные на размене. Причем Миксел стоял и настреливал в спину. В итоге у нас хороший прием от команды Optic Gaming. Б-плента никого пока не потеряли. Два остаются, Ария и Ассириан, которые с бомбой на руках, но от этого не легче. Все-таки надо ее ставить идти, под себя не поставишь. Чтобы дойти до плента, надо еще кого-то убить. Да, по опыту вчерашних игр, матчей, где некоторые игроки на девайсных раундах оставляли себе эти фармганы, посмотрим, смогут ли Optic Gaming оторвать от сердца сейчас 3 UMP-шки, выиграв этот раунд, и продолжить следующий раунд с полноценным девайсным закупом. Ну тут все-таки форс-бай был, поэтому еще можно оставить, у противника будут пистолеты, но увидим... Мы видим то, что вот Russia 2 фрага, это еще не конец. Тут еще Миксвелл фармит себе тоже скальта. Ну как фармит? $300, ничего особенного. Так вот, тут еще будет еще один эко-раунд у Splice, соответственно, 10-й для Optic Gaming, соответственно, еще раунд можно сыграть с UMP. Ну и вот у меня в голове вот засел такой вот фриказоид, который играет всегда на девайсных раундах с фармганом. Против кого бы он ни играл, на какой бы карте он ни играл, у него всегда фармган. Это все потому, что он глобал. Это все потому, что он могет. Просто может. Почему вы играете с девайсами против... вы играете с фармганом против девайсов? Потому что я могу.
Ну, и тут и не поспоришь. Действительно, человек, если может, то он может. Что-то там интересное происходит сейчас в районе дроп-рума. Ничего не получается. Вот это да. Ну, конечно, неимоверно. У спецназа всегда очень тяжелая экономика. Сейчас Сплайс просто дарят деньги своим оппонентам. Ну, причем с Фармгана уже троих убил на флай, столько денег, что мама не горюй. Антилопа, конечно, ему этим копытом настучала по кафелю в дроп-руме, сейчас у него хорошая экономика. Ну, знаешь, многие не поймут, про что ты говоришь, вот этот мультик не все смотрели. Я не помню название, но я помню этот мультик. Антилопа гну, это вот... Это, конечно, тест на возраст тоже. Да, тест на возраст, действительно. Так, я тут посчитал, сколько заработал человек в дроп-руме. Он заработал 1800 долларов, убив троих. Это я про нафлая. И продолжает, посмотри, вот, вот это называется уверенность в себе. Это называется то, что я умею стрелять с любого оружия, и дайте мне пулемет, я все равно буду тащить. Три UMP-шки, Фамас и Коль. Таков расклад по девайсам OptiGaming против пяти калашей. Не буду отыгрывать, и, по-моему... Это самое страшное, что может с ним произойти. Миксвелл падает, кольт выбит из рук хладных. Ну, надо подобрать, наверное. Хотя вот смог летят патроны. Прострелы. И что там по кольту, кстати, где он лежит? Надо посмотреть. Так, полетели мы на лонг. Полетели на бэплен. Ага, да, ну тут уже не подобрать. Все-таки близко и опасно противнику. Ну, а Сплайс не торопится выходить на бэплент, они засели, они ждут своего момента. Вот. Была такая передача «Минута славы». Вот сейчас у Сплайс, они вот ждут свои минуты славы, когда зайдут на плент. И они также не выбросили свои фармганы, надо было купить нормальное оружие. Ну, тут уже, как я уже сказал, идет уверенность в себе, и ну, раунд еще пошел не закончен. Выход, на Б от Сплайс... На флай стоит в курятнике, его ничего не волнует. Первый он пошел. Нужные минусы. Забирает его Ацилиан. 3-3, ребята остаются. За дымом находится, на стату играет Тарик. Как же он живет? Подтягивается его ребята Раш и Станислав. Крушал пробегает в дроп-рум. Сейчас важно выйти вовремя в спину. Да-да, он дает информацию. Все, отлично. У Сплайс получилось. Фармганы не сработали. Отлично прошли Сплайс. На плент Б не растерялись. В некоторых моментах Optic Gaming как раз таки не успели увидеть своих оппонентов, потому что некоторые игроки Сплайс пробежали через дым. То мне... есть какая-то отличная раскидка. Знаешь, мне кажется, то, что сейчас, даже если бы были хорошие девайсы Optic Gaming, результат был бы такой же, потому что Сплайс вышли, сделали свои фраги, UMP-шки. Ну, вот на Б-пленту тут был такой момент, то что расстояние было хорошо для любого девайса. UMP, оно хорошо и в упоре. То есть в голову два патрона, как и кольт. И да-да, просто вот Сплайс так раскидали, так вышли, так хорошо Круцел отвлек на себя внимание двоих игроков, то что Сплайсы перестреляли остальных. За статую забрали игрока, в курятниках забрали игрока. В итоге 10-9, и Сплайс сейчас могут... Могут, да, хотя бы сравнять счет. Игрок Opti Gaming мог больше работы сделать. Достаточно быстро он отдался для такой позиции. Причем он сделал минус, потом уже его забрали с калаша. Да, он сделал минус, отошел, а на выходе, на очередном, его уже поджидали. Хорошо Ацилиан в тот момент сориентировался, дождался своего оппонента и снял его с очень удобной закрытой позиции. На 5 под бэплэнда будут играть Сплайс, два игрока через дроп-рум, трое будут играть через лонг, и вот этот дроп-рум принимает на флай с рашем на пару, хороший, очень хороший прием. Мне кажется, Сплайс пора забыть про дроп-рум, не ходить туда вообще. Да, уже... Потому что у них ничего не получается. Раш из полете срубает Круцела, ну и Ария. Последняя хорошая флешка, подгорает на флай. И пока только одного потеряли, и все. Только одна смерть у Optic Gaming в обмен на... пятерых сплайсов. Ну, мне кажется, ребята только рады такому размену. Ну что, 11-9, форсбайл сплайс. Денег нет. Да, сплайс, пора включать мониторы. Да. Ну, Optic Gaming, они очень быстро адаптируются под игру своих визави. Да-да, то есть у Optic Gaming отличная защита, я считаю. То есть мне прям нравится, как эти парни играют в защите. Однако Сплайс, вот, ну, не, все равно молодцы, хорошо. И сейчас
на флай опять играют с курятника, на этот раз нацелен не смог его снять. Упирается атака Splice сейчас в этот Молотов в хорошей позиции, несмотря на то, что не дефолтный, а от Optic Gaming. Еще один раунд уходит за американско-канадским составом. Да, тут уже все не так радужно для Splice. У них еще одно эко, это 13 для Optic Gaming. Если проиграют следующий, это будет 14, а следующий это будет девайсный. Соответственно, будет все очень неприятно для Splice. Будет следующий раунд важен как никогда. Эко, 4 по 250 есть глок у Арии. Ну, глок это стандартное оружие, стоковое, если говорить танковым языком. Тарика подсадили, Тарик делает первый фраг. Не пошел он пушить дальше. Мало того, что у них ничего не... Ух ты, какой поджим от Optic Gaming. Сейчас дроп-рум опять страдает по полной программе. Ну и самое интересное то, что оптики держатся вдвоем. Вот это уже лайк для ребят, потому что когда ты выходишь дроп-рума с калашом, и ты пытаешься сделать опен-фраг. Но когда ты выходишь, даже если ты кого-то убиваешь, тут же размен. И давайте инфу моментальную, где стоит человек, сложно, потому что дроп-рум, а там столько углов, и вот в том углу, а в каком в том, да вот там, вот, ну под тобой, а под тобой это может быть где угодно. И два человека дроп-рум, когда держат, это стопроцентный прием, хотя бы, ну вот размен 2 в 2 точно должен быть. И сейчас сплайсы пропускают... А Миксвелл, что творит Миксвелл? Миксвелл, что происходит? Успел уйти! Еще фраг! Жесть, вот это испанец дал жару. Вот это было жестко. Горячий испанец сейчас вышел на Родео, затащил ТВП. Ну, это нет слов. А вот машинган включился, забирает Тарика. Бомба не на руках, бомба лежит на центре, но и битый. Ария битый, недобитый. Раш с калашом, минус машинган, последний остается Ария. Ну и 2 в 1. Ситуация, что, 14-й? Оптики. Сейчас начинается Sprinter Cell, а не Counter-Strike. Тум-т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 ум. И уходит на. Уходит на, но тут Rush. Топает сейчас. Эх. Не удалось. Ну, Rush уже догадался, что будет делать Ария. Он слышал дроп-рум, не дождался, пока выйдет игрок на него, пошел сам. Ну и правильно сделал. Вот интересно, будет ли Force Bite Splice? Нет. Мне кажется, надо. Надо Force делать? А, ну потому что иначе 15 раунд. Ну ты с теками. Ну взяли, ребят, теки, взяли первые-вторые арморы. Такой вот полуфорсбай. Форс да. Это форсбай, когда последние деньги тратишь, но тут все-таки деньги оставили, но и арморы есть с теками. Такой вот полуфорсбай. Ну, под апленд надо попытаться. Еще пока ни одного раунда сплайса не делали под апленд. Да, у них получалось выйти под Б, но не постоянно же делать Б. Все-таки это. Ну. Стабильность и закон. Отличная успеха. Подсадка. Смотри, Станислав куда залез. Мне кажется, это Станислава там быстро чем вырубят. Посмотрим. Тут Миксвелл, тут еще с дверей помогает. Ну прям вообще боги. Вот это да, вот это, конечно. Он, Станислав успел сделать какие-то фраги. Он отвлек, несмотря на то, что, возможно, он оттуда не сделал какой-то колоссальной работы. Он очень сильно отвлек на себя внимание. Но после и первого фрага, да. И ребята с плотных позиций смогли добить Splice. Да, вот роль Света, он, конечно, он смог сделать. Он как солнышко их ослепил, а остальные сделали свою работу. Ну и в 2 ВП решили сыграть Optic Gaming. 15-9, матчпоинтов аж 6 штук, 6 раундов. Ну и Splice. Жалко немножко на них смотреть, то что потели ребята первую половину и даже выиграли, а теперь всего лишь один только раунд они сделали, но Станислава уже вырубили. Крусел свое ОП реализовал, Ария подбирает второе ОП, а вот это Миксвелл. Вот это Миксвелл, который просыпается по мере поступления врагов в твою обойму, Ария. Сейчас отлично сработал в рукаве, ребята его не проверили. Ария? Ария пытается реабилитироваться, пытается тащить свою команду. Хорошая игра с ВП, знает, где находится его соперник. Не смог. Ария просто выдал такой хедшот жесткий, в пиксель. Попал по ВП, Асилиан видел флешку, прячется Асилиан. Ну и флешка от тиммейта, какая же флешка от Арика, все залетела. Раш под эту флешку забирает Асилиана. Последний остается Дэви. Дэви знает, где находится игрок. И Тарик. Да, 16-9. Сегодняшнее противостояние Optic Gaming и Splice. Обе игры
обе матча ушли в счет Optic Gaming. Эти ребята сегодня зарабатывают 6 очков. Молодцы. Да, ну и вот теперь можно посчитать то, что Optic Gaming матчей сыграно. Показывает 11, но похоже 12 матчей и 21 очко. Они будут занимать третье место. Ну, а мы с вами готовимся к матчу Energy Echo Fox. В Echo Fox пока что идут, по-моему, без поражений. Хотя, сколько у них? 6 матчей и 18 очков, да. Парни идут... Энергетики сегодня играть будут. Они молодцы. Действительно, я, знаешь, следил за ними очень много. И пока ребята 6-0 идут. Вот это действительно достойное уважение. Они копируют Cloud9. Байтят. Да. Да, они набирают по максималочке. Причем они играли против сильных соперников, против оптиков они выиграли 2-0, то есть... Это достойный результат. Так что посмотрим. Посмотрим. Но Energy тоже не пальцем деланы. Energy занимают 8-ю строчку, из 8 игр 12 очков. Не так, конечно же, много, как у Echo Fox. У них 4 к 4, то есть 4 игры они выиграли, 4 проиграли. Посмотрим. Примерно я считаю, что команды... одного уровня, но Echo Fox, как мы видим, более как-то подготовлены, более собраны. Да. Ну что, уходим на паузу. Через 20 минут следующая игра, поэтому можете отойти только на 20 минут от компьютера и обязательно возвращайтесь. Будем с вами смотреть Energy Echo Fox.